И к другим темам. В лучших традициях Голливудской полицейской академии прошла встреча сотрудников управления Министерства внутренних дел по Ленинскому району со школьниками старших классов города Видное. На ставшем уже традиционном дне открытых дверей в УМВД ребята побывали в тире. Они не только подержали в руках оружие, но и научились его разбирать. Причем остроты происходящему придавал уже сам тот факт, что встреча происходит на настоящем стрелковом полигоне МВД, где в воздухе витают пары пороховых газов. Мы показываем им учебные пистолеты, соответственно, берем. И они могут, в принципе, посмотреть, разобрать, собрать. Обычно это очень завлекает парней, соответственно, то есть все парни любят оружие. Ну и девушки есть такие, которые тоже любят. Лучшие специалисты кинологической службы наглядно продемонстрировали принципы работы их подразделения, познакомили ребят с четвероногими сотрудниками правоохранительных органов, служба которых не менее опасна и трудна, чем остальных оперативников. А преданность делу вообще не имеет границ. Школьники узнали об азах воспитания и дрессировки служебных собак. Я бы хотела быть оперативным сотрудником, но меня родители не пустят, не разрешат туда пойти. Поэтому я хочу все-таки быть дознавателем. Во время беседы с оперуполномоченными и дознавателями УВД ребята могли свободно задавать волнующие их вопросы, даже если те касались дел особой важности. Ведь некоторые сотрудники, как оказалось, сами когда-то также пришли с классом на такую же ознакомительную экскурсию в это же самое управление. И после нее решили навсегда связать свою судьбу с правоохранительными органами. Я в свое время также пришел сюда на день открытых дверей, в общем, и также один из молодых сотрудников рассказывал, как он учился в университете, как потом он начал проходить свою службу, и вот за тот короткий промежуток времени, который он прослужил, чего он уже добился и какого опыта он набрался. Меня до глубины души тронуло на самом деле вот каждое его слово, и впоследствии я также решил связать свою жизнь со службой в органах внутренних дел. Так что наша полицейская академия едва ли уступает Академии Голливудской. Тем более, что она существует по-настоящему, а не на экранах кинотеатров. И действительно способна подготовить профессионалов высокого класса из вчерашних выпускников школы.